Студия позитивного мышления и актерского мастерства Татьяны Салмановны Мактум Сайфуддин представляет сериал «Кафе красоты да бьюти. Искусство красоты». 4 марта 2021 год. Вот такие вот дела. Это мой почерк. Ну да. Я просто решила добавить в кафе «Красоты да бьюти» еще искусство красоты. Дополнить это название. Вот такие вот дела. Загружаю мое видео, которое я засняла только что, на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфуддин через дефис. Сейчас буду готовить такой поздний завтрак, как в Париже. Ну, немножко, знаете, вот с интернетом. Интернет у меня как-то не очень подключался. И как-то, что-то я даже не поняла, к Ютубу пока как-то не очень подключиться. Как-то не очень подключается у меня компьютер к Ютубу. Вот. А так загружаю мое видео напрямую. Вот, на мою страницу ВКонтакте. Это моя страница. Давайте посмотрим с Ютуба. Песня пойдет с Ютуба? Это же у меня песня загружена с Ютуба. Как-то не загружается, смотрите, песня не загружается. Ну, зато видео загружается, ну ладно, в общем, хорошо, сейчас посмотрим, сейчас разберемся. С этим мы сейчас разберемся. Сейчас чайничек, сейчас поставлю чайничек. Ох, такая красотка. Ох, просто такая, просто фея, просто суперзвезда. Сейчас выключу большой свет. Сейчас я пропущу холодную водичку. Водичка была супер холодная, чистая, свежая. Ох, какая типа прям. Ох, грудь вперед, плечики назад. Ох, такая актриса, ох, модель. Актриса, модель, балерина. Ох, фигуристка, известная фигуристка. Ох, первая леди. Ох, супермастер. Да. Ну что, кашку? Сейчас помою. Кастрюльку. Помою кастрюльку. Буду варить себе кашку. О, плечики назад. О, так красиво. А, смотрите, уже это видео можно загружать.
уже это видео можно загружать. Сейчас я буду брендировать. Обратите внимание. Один час и 48 минут, 4 марта 2021 год, опубликовать. 48 минут позитива со мной, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин. Сейчас я его отбрендирую, это видео. Пошлю Диме. О, как соблазнить мужчину по телефону. Ох, это видео. Я тут огромное количество видео загрузила. Просто с интернета. Сейчас я отбрендирую мое это видео. Напишу 4 марта. Так, сейчас это видео я отправлю Диме, потом Василию Ильяновичу, потом принцу Хамдану, им принцу Гарри. Так, смотрим. По поводу Ютуба. Нет подключения к интернету. YouTube пишет, что у меня нет подключения к интернету. А так на страницу я, пожалуйста, на мою загрузила. Ну хорошо, сейчас моя страница Фейсбука. Так, пожалуйста, моя страница Фейсбука. Сейчас я сюда загружу мое это видео. Моя страница Фейсбука. Сейчас я это видео сюда поставлю загружаться. На мою страницу. На мою страницу Фейсбука. Видео загружается. Ох, ну да, так что тут никак, понимаете, никак тут вам, в общем, ну, петь придется самой.
самой писать музыку, в общем, эти тексты, и самой петь песни. Даже я не поняла. Ну ладно, чайничек. Часто кастрюльку помою. Это вот эту вот кашку на завтрак. Сейчас тебе сделаю такой завтрак, как в Париже. Сейчас я принесу зарядочку телефона. Не телефона, а интернета. Подключу мой ноутбук, на зарядочку поставлю. Вот такие вот дела.
Овсяночка помыла, чайничек не вскипел, ведет, загружается. Печки назад, ровненько, ровненько, красиво так, красиво, ровненько. Ровненько, ровненько. Но прочистим на тарелочку. Ух! Ох, да! Ух! Сейчас вот здесь полоснуть. Сейчас вот чисто было. Будет у меня завтра. Ох, немножко не отмылась, по-моему. Да? Что-то такое. Еще что-то такое. Еще полоснуть надо. Тарелочки полоснуть. Сразу нужно мыть. Сразу нужно мыть. В общем, что? Такая красотка. Вот такая фея космическая. В общем, видео это уже загрузилось у меня.
на мою страницу этого Фейсбука. Два часа ночи, 3 минуты. Сейчас его отбрендирую. Так, в общем, пишу 4 марта, брендирую. Такое большое брендирование сделала. И это видео отправлю, сейчас посмотрю, кому это отправлю, это видео. Султану Брунея, Михаилу Фридману и племяннику короля Саудовской Аравии. Ну, судя по вот, так скажем, по вот этим их страницам и фотографиям. Еще сейчас рассмотрим, потому что подключение. Посмотрим, подключился у меня этот YouTube. Нет, ну раз у меня работает и моя страница ВКонтакте, и Facebook, и мы смотрели как бы другую страницу, то есть должен YouTube, как бы, этот YouTube должен работать. Я правильно понимаю? Должен работать YouTube у меня. Как бы высвечивается, но как бы не совсем. Нет подключения к интернету, пишет. Не подключается у меня к Ютубу. Ну хорошо, давайте посмотрим тогда Яндекс. Подключается у меня, например, Яндекс. Давайте посмотрим через Яндекс. Знаете, Ютуб через Яндекс.
YouTube через Яндекс. Может, подключиться? Нет, не подключается. Нет подключения к интернету, пишет. Ну хорошо. Давайте тогда посмотрим Википедию. Википедия. Ну да, Википедия подключилась. Нет проблем. Википедия подключилась. Новости. Ну хорошо, давайте посмотрим новости на Ютубе. США заявили о готовности к диалогу с Россией и КНР по военным технологиям. Тоже подключается. Я не поняла, что такое с этим? Ах, эти кошки. Кошары высвечиваются. Может, как-то вот это вот. Но он может же так вот, а все подключаться, кроме Ютуба. Это как-то странно, правда? Мне кажется, что это странно. Что это подключается, все кроме этого Ютуба. Ну ладно, сейчас морковочку, салатик с морковочки сделаю. Кашку сейчас посолю. Посолю кашку. Кашку солькой, в общем, посолю солька славяночка, посолю кашку, морковочку, кашка варится, сейчас я ее убавлю, кашка варится, сейчас морковочку почищу, морковочку. На выходе морковочка. По-моему, почищу морковочку. Прямо так красиво. Осаночку, держим осаночку. Татьяна Калмановна, держим осаночку. Ну да, красивенько. Держим осаночку. Морковочку, поласкиваю морковочку. А еще раз полоснуть ее, горяченьким, зачистенькая была. Сейчас я буду делать себе салатик.
салатика, здесь уже помыла. Сейчас полосну терочку. Нужно не на это, надо быть на это сидеть. Держаем косметику сюда. Спинку прямо. Спинку прямо. Так красиво, красиво. Как красиво расцветчатки. Красиво супер расцветчатки. Да. Такой салатик. Это прямо. Сейчас правда выпускать. Сейчас заварим себе чаек. Чаек для сплоскнули. Чаек тяжкий. Немножко этого кашка уже практически сварилась. Сейчас посмотрим. Кашка.
сахарный песочек, сахарным песочком. О, сколько я насыпала сахарного песка. Ох, слишком много, что делать-то? Придется его отсыпать. Ох, да. Это я, конечно, дала сахарного песочка сюда. Ох, это, конечно, супанулся сахарный песочек. Что это нужно делать? Отсыпать куда-то его сахарный песочек. Смотри, сколько я сыпанула. Сыпанула много сахарного песка, но я позже его съем. Позже съем. Сейчас я перевожу чуть-чуть. Переложу. Переложу. Немножко сыпанулось много. Я, конечно, люблю сахарный песочек. Но не столько, чтобы в морковочке было. Ну, просто много, много. Просто съем. В виде конфет. Ох, красотень. Просто красотень. Ну что, тогда по Ютубу буду слушать как-то Ютуб. Ютуб не открывается у меня. Не открывается Ютуб. Ютуб не открывается. В общем, варю кашку. Варю себе кашку. Кашку овсяную. Я вот подумала, может быть, тот компьютер нужно перезагрузить, выключить. У меня там же второй компьютер. Что-то, может быть, с чем-то это связано, с чем-то таким. В общем, кашка. Конечно, знаете, теперь эти видео как по Ютубу посмотришь. Загружать, внимание, видео, у меня два канала мои Ютуба. Татьяна Салмана, Макрум Зайфуддин на русском, на английском языке. Так что вот. Так, в общем, хорошо. Красота, просто красотень. Кашка, ох, такая порезанная кашка. Ох, такая супер кашка. Я ставлю сюда. Такая порезанная супер кашка. Немножко маслица, маслица Каролины в кашку и в салатик. Сейчас я запокажу, включу большой свет,
и запокажу. Включу большой свет. Просто такая звезда, суперзвезда. 2:24, 4 марта 2021 год. В общем, приготовился такой завтрак. Завтрак, поздний завтрак, как в Париже. Овсяная кашка. Морковочка, тертая морковочка с сахаром, ну, с маслицем. Сейчас руку протру, взяла масло, немножко дайте маслом. Так что вот, показываю себя крупным планом. Ноха такая оргазмическая. Живот втянуть, так это эротически. Ох, так супер эротически. Супер-супер эротически. Кашка. Ну что, давайте еще за, как бы здесь, что все работает, кроме Ютуба. Хорошо, сделаю такую функцию, добавить видео, сейчас посмотрю. Салатик, салатик из морковочки. Написано... Возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу. Это про YouTube, я просто смотрю, куда могла, как, куда мог деться YouTube. И почему можно все посмотреть в интернете, кроме YouTube? Написано, что эта страница может быть временно недоступна. Что это может значить. Ах, ну в общем что? Анонс вчера давала, что буду рассказывать все о моих путешествиях.
Ну, давайте посмотрим YouTube на Фейсбуке. Нет, YouTube в Инстаграм. YouTube на Фейсбуке. Может быть, они нам что пишут? Может, у них какой-то технический перерыв в этом, на этом? Хотя вряд ли у них может быть перерыв. YouTube. Страница YouTube на Фейсбуке. Они же наверняка себя рекламируют. Сейчас посмотрим. Они же наверняка себя рекламируют на странице на своей. Нет, получается никак. Написано, проверьте подключение к интернету. Как я уже проверила, у меня интернет работает. Все, кроме YouTube. Я надеюсь, они никуда не делят, потому что я столько видео моих загрузила на этот, на мой канал YouTube. Ну да. Может, это временно как-то, временный перерыв у них. А может быть, у них технический сбой. Ну, это я так думаю. Ох, ну, в общем, как-то вот так. Может быть, они, конечно, мой IP-адрес по моему компьютеру это заблокировали. Как эти в Китае делают. Я, конечно, не знаю. А смысл какой? Я там ничего такого не говорила. Я давно уже загружаю в мои руки. Два мои канала YouTube. А что там, уборкой занималась, это, знаете, вот это вот. Загружала эти мои видео. Уборка. All right, I think we got all the sound. Очень кушаем. Ну да, знаете, нужно задуматься. Это все-таки удобное. Они удобно изобрели этот YouTube. Знаете, так вот открыл, там и музыка, и видео, и сам, знаете, там это можно же, да, у меня каналы на YouTube. Различная вообще музыка на YouTube, фильмы. Очень удобно. Я даже не знаю, кроме YouTube, есть ли какая-то такая другая система или канал. Пишет мне, нет подключения к интернету. Все есть,
Они в космосе, а им пишут, что они в космосе. Ну хорошо. Ну, можно посмотреть телевизор тогда. Посмотрим, виден прямой, да, канал домашний, прямой эфир, онлайн. Шоу «Проекты», «Проводница», смотрите, сериал «Проводница» идет. Ну, можно сказать, телевизор смотреть. Сериал «Проводница». Загружается, он крутится, эта штучка. Я просто смотрю. Пойдет здесь, как говорится. Пока без звука. Пока идет реклама. Предлагаю с самого начала посмотреть. Ну, я вам там комментирую, чтобы вам не это... Они, смотрите, предлагают посмотреть сериалы. «Королек, птичка, певчий», я уже смотрела. «Женский доктор», «Великолепный век». Ой, они предлагают посмотреть сериал «Великолепный век» и «Империя Кесем», «Любовь против судьбы», «Реальная мистика», «Давай разведемся», «Понять, простить». У них различные, знаете, вот это вот. «Великолепный век», ну это хорошо, давайте. Они предлагают, это по домашнему шоу, между прочим, серия, сериал шоу. «Домашний век», я у них смотрела. Сейчас посмотрим. «Великолепный век». Суббота-воскресенье, 19 часов показывают. 24 серия. Смотрите, нужно посмотреть, у них «Великолепный век». На канале «Домашнем». Ой, смотрите. Смотрите, в 2020 году 500 лет было любви Хюрема Сулеймана. Такой юбилей. 500 лет. Да. Я не знала, 500 лет, представляете, вот эти посмотрела. Ну, вот опять они предлагают мне еще 200 серий, опять еще раз посмотреть. Смотрите, правда, такой юбилей. 500 лет, представляете? В 2020 году 500 лет было юбилей любви Хюрема Сулеймана. Это, наверное, с начала их любви, да, они отчитывают? С какого там? Ну что, предлагаю первую серию, вторую серию посмотреть. А вторая серия, конечно, классная. Ну что, давайте десятую посмотрим серию. Загрузится, смотрите, работает. Интернет работает, я не поняла, что с этим ютубом случилось. Вот пошел, смотрите, «Великолепный век». Пожалуйста, сериал по-домашнему. Пожар. Детский пожар.
да, 10-я серия. Ну да, у них, конечно, там... Это я тоже помню, я смотрела это. Здесь аннотацию пишут. Это Виктория. Виктория, она и подожгла эту детскую, и их детей вынесла. Очень умно она так сделала. Понимаете? Сама подожгла, сама этих детей вынесла. И ей были, знаете, еще и благодарны. Понимаете, там ее повысили, куда-то там назначили. Вот. За это ее награждают. Ну да. И Валиден берет там девушку к себе в услужение. Ох, ну ладно, в общем, на самом деле, что? Я просто смотрю возможности, что это можно посмотреть. Ну что, значит, смотрите, Наталью Правдину можно посмотреть тогда на ее там... Наталья Правдина, официальный сайт, я так понимаю, я аж видео Натальи Правдиной люблю смотреть. Наталья Правдина, ее YouTube-канал. Официальный канал Натальи Правдиной для тех, кто решил изменить свою жизнь, начать с легкостью воплощать мечты в реальность и стать богатым, счастливым человеком. Наталья Правдина – основатель Центра позитивного мышления и восточной философии, автор многочисленных бестселлеров в области New Age. Общий тираж книг составляет огромное количество экземпляров. Сколько нулей? 3 нуля. Сейчас посмотрим, 3 нуля, 6 нулей, могу ошибиться, нули там считать. Общий книг тираж составляет 15,6 нулей экземпляров. 15,6 нулей экземпляров. Мастер фэн-шуй с дипломами двух международных академий. Сертифицированный инструктор по йоге и цигун. Бакалавр искусств. Исполнительница мантр. Просмотры. 23 миллиона просмотров. Канал у нее с 2012 года на Ютубе. Это я смотрю. Может, ее канал там откроется? Мощный ритуал на полнолуние. Это по Ютубу, не по Ютубу. Ну что, открывается? Ох, красота. Ну и здесь еще, знаете, вот это вот это, сахарный песок с этим. Сейчас немножко переоденусь и буду здесь уборкой заниматься. Мне все нужно со стола убрать, ну как и пол. Когда у меня, когда это просто, ну да, чуть-чуть такие поверхности протираю, в общем, чтобы чисто было. Вот, а так, чтобы генеральная уборка, мне все со стола, с буфета все убираю. Все, что можно помыть, там чашки, вот это вот, блюдца, статуэточки, все это мою, вот, ну, почти все.
И обратно все это красиво. На стол, на буфет. Чтобы была такая красота. Вот. В общем, занимаюсь генеральной уборкой в моей квартире. А собственник квартиры. Россия, Санкт-Петербург, комендантский 32192, литера А. Это самая квартира. Еще мне нужна одежду. Там разложить. Знаете, все-таки нужно так это на кровати, в общем, как-то в мои мебеля сложить одежду. Как говорится, платье к платьям, там леггинсы к леггинсам. В общем, порядок такой навести. Эротический. И пол помыть. Пол помыть в моей спальне. Ну, в общем, что, не загружается с Ютуба Наталья Правдина? Ну, так вот. Ну, давайте, официальный сайт. Официальный сайт Натальи Правдиной. 2 часа ночи, 45 минут, 4 марта 2021 года. Я так, знаете, там и сериалы, там и все. Я привыкла так к этому Ютубу, вот так вот привыкнешь к этому Ютубу. И, пожалуйста, куда-то они вот это вот, не знаю. Всякие там эти видео. Может быть, я слишком много там таких всяких вот этих загрузила на моей странице. А что, этих, как называются из этих, про любовь, про секс, в общем, про интимные отношения. Вообще думала, сейчас посмотрим, изучим, я сделала даже анонс, что мы будем сейчас изучать, да, у любви и секса, эти штучки по Ютубу. Но знаете что, давайте посмотрим, можно это посмотреть, да, у любви и секса, просто по Яндексу. Смотрите, да, любви и секса видео. Да, любви и секса. Может, есть как канал какой-то? Смотрите, вот часть первая. Давайте посмотрим. Может быть, у них есть какой-то канал? Итак, мы с вами посмотрим. Просто по их какому-то этому сайту. Это реклама. Дети закрыла рекламу. Ой, ну да, пожалуйста, вот, да, у любви секса. А среди всех дорог есть одна, которая включает в себя все дороги древнего Китая. Там здоровье, секс и судьба являются сторонами одной единственной существующей мудрости. Вашей собственной силы. Для развития этой силы есть возможность, которая называется Дао. Вам это интересно? Меня зовут Ким. Мне приятно, что вы присоединились ко мне в этом бесконечном путешествии. Обучающим в интимных вопросах. Согласно Дао, сексуальность, как и другие практики, требует упорства и дисциплины. Дао считает секс началом любви. Эта практика помогает паре познать мудрость удовольствия через различные ритуалы и процедуры, о которых мы поговорим позже. Но не забывайте, чтобы научиться ходить, нужно сначала встать. Ох, красота! Дао, секса и любви. Секунд Дао. Согласно Дао, воздействие на ноги пальцы ног
может оказать значительное влияние на мужскую модель. Можно это куда-то загрузить? А, это особо загрузить никуда нельзя. Ох, красота. Ну ладно, в общем, сейчас что? Пишу. 2 часа ночи и 49 минут. 4 марта 2021 год. Это сейчас время написал, которое сейчас это время. Для того, чтобы знали, что я была Александровой Татьяной Юрьевной, 46 лет, а так мне 48. Вот. В этом году будет 49, 20 июня 1972 года рождения. Сейчас я еще принесу мой телефон. Вот. Пошлю им смс, сколько у меня там денежек на моем телефоне. Чтобы мы точно знали, что это самое время. Так что вот. И буду уже загружать это видео на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис. Мактум Сайфуддин через дефис. Пишет на русском языке. Смотрите, сейчас буду на моей эксклюзивной кровати, в общем, смотреть, изучать, смотреть «Дао любви и секса». Ну что, делаем это. Минус 304,76 рублей. Лимит 552 рубля. Обратите внимание. Это о чем говорит? О том, что я запросила смс. Так, это смс нужно застереть. Где там это смс? А, сейчас давайте еще посмотрим. Что это имя, чтобы вы знали, что это именно это время. Так что вот, это для чего? Ну вот. Татьяна Салмановна заснимает видео в защиту своей чести и достоинства. Защиту моей чести и моего достоинства. Для Приморского суда Санкт-Петербурга. Это надо иметь в виду. Конечно, также я являюсь сценаристом. Пишу сценарий для фильмов. И не только. Блогер. Арт-фотограф, арт-дизайнер, блогер, писатель, модельер, в общем, художник, мой ноу-хау, кирпичи, мокрым поливом, вот. Коллекционирую, понимаете, мебель, предметы быта, обстановки, все, что вы видите, это моя коллекция, в общем, зеркал, стулья, картины, понимаете, это одежда. Так, хорошо, личный кабинет, банк Тинькофф. Личный кабинет банк Тинькофф. Ох, такая следующая серия. Ох, да. Кафе красоты да бьюти. Так, я это открываю. Сейчас они должны мне смс прислать сюда. Смс, они прислали смс. Ну, я вам сейчас особо говорить не буду, но о чем говорить. Если надо, вы там и так, это как-то вот это. 17.52. Нет, 17.25. Смс я застираю. Да, здесь так и есть, в общем, кредитный счет,
Платиновый 598, 78. Написано 8 бонусов. А что это за 8 бонусов? Подарки к 8 марта. Ну, это, знаете, вот эти продукты каких-то кэшбэком. По типу делайте в Ламоде покупки, там вот это вот. Вот сколько это будет? Ну, еще раз посмотрим. Автор книги. Я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Это моя книга. Книгу читает автор. Ну, смотрите мои видео на двух моих каналах YouTube. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, на русском, на английском языке. Больше 5000 видео. На каждом видео я. Вот. Ну, с этим YouTube что-то там такое. Понимаете, он же открывает картинку. Смотрите, он открывает YouTube. И он открывает уже эти штучки, а потом пишет, что как бы по поводу доступа в интернет, здесь что-то не так. Здесь что-то не так, я же не могу понять, что здесь такое может быть не так. А потом такая, нет подключения к интернету. Вот. Очень удивительно, правда? Ну да. Ох, когда я думаю заниматься уборкой, я подумала, да, здесь тоже нужно все протереть, еще все это, да. Еще картины мне нужно протереть, специальные штучки, картины мне мои протереть. Ох, вообще на самом деле, генеральная уборка, это да, все флешки в эти штучки сложить. Да. То есть вы хотите посмотреть, да, как я буду уборкой заниматься эротически? Как говорится, да, у любви и секса можно посмотреть просто на их сайте, на их сайте. Просто смотрю, где можно сериалы посмотреть. Я там, знаете, сериал «Крем», ну, правда, я закончила уже смотреть сериал «Крем», там несколько серий. Я так пролистнула вперед немножко. Так интересно, всего два человека посмотрела. Мое видео, которое я загрузила напрямую, посмотрела всего два человека. Кстати, Дима онлайн, что-то Дима не спит. У меня одних видео 5203, вот здесь вот у меня, на моей странице ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфуддин через дефис. Ритуальный. Ритуальный. Наполнять пространство добротой. Как начать?
если я по-своему блаженство, у меня будет манка, будь очарованный момент, я уже очаровалась этими бриллиантами, сейчас больше заочаровываюсь небольшими бриллиантами, о раскрытом индивидуальном нектаре любви. Как стать необыкновенной? Что там еще? Посыпку. О, ходи мои, о, пованяшка, как стать моей? Да, оттачивать бриллиант своей души. Ну да, 90 секунд, чтобы сыграть на земле. Да, все в ванне. Какая-то ресничка, этот, короче, солдат должен одеться. А это здесь 90 секунд, чтобы стать раком на земле. О, это сейчас плохо. Самое главное задавать, что правильный вопрос. О, может быть, греческая смоковница, хорошая жена. О, какая. О, это богема. Пожалуйста. Вы бесплатно, что ли, туда говорите, что ли? Пишите. Пишите покупать подарки, как Нового Марта, ну, на икну, понимаете, да? Да, в магазине «Салвань». Ну, а что, на самом деле, я никак не знаю, что понимать, что покупать, да, ну, это совсем так, не знаю. Ну, что ты? В общем, сейчас буду заниматься здесь уборочкой. Уборочкой, имейте в виду. Буду заниматься уборкой, буду мыть полы. Вот такие вот дела. Ох, ну да, час и 18 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфуддин, это я.